На неделе прошла долгожданная встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Сергея Лаврова, Эльмара Мамедьярова и Заграва Нацаканяна. Эту встречу ждали, ведь по сути инициатором выступил президент России Владимир Путин, который поручил Сергею Лаврову поспособствовать Армении и Азербайджану сделать шаг вперед по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Встреча продолжалась более 3 часов в закрытом для прессы режиме в Доме приемов МИД России. В переговорах также приняли участие сопредседатели Минской группы. По итогам встречи не было сделано каких-то громких прорывных заявлений, однако никто и не ждал сенсаций. Зато были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере. Именно об этом договорились и лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Вене. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим сербским коллегой ответил на вопрос корреспондента «Москва-Баку» о достигнутых между главами МИД Азербайджана и Армении договоренностях в Москве по карабахскому регулированию. Они заключаются в необходимости для сторон и в согласии сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно на период сельскохозяйственных работ. Они заключаются в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения, и заключаются в одобрении контактов между людьми, включая особенно между представителями средств массовой информации. Я считаю, что это очень полезная договоренность. Правда, положа руку на сердце, можно сказать, что стороны уже не раз достигали разных договоренностей, но до их реализации дело не доходило. На этот раз все должно быть по-другому. В этом уверен Сергей Лавров. Да, я читал комментарии о том, что похожие вещи, особенно в гуманитарной сфере, согласовывались и ранее, не всегда они выполнялись. Это правда. Но у меня есть основания, вот по итогам этих контактов, которые в Москве состоялись, и почувствовав атмосферу, в которой сейчас идет работа, у меня есть основания полагать, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге. Мы будем этому помогать. А вот как итоги встречи прокомментировал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Мы провели обсуждение на основе плана, предложенного российской стороной в 2016 году. Разумеется, на этой встрече мы не смогли решить все вопросы. Польза сегодняшней встречи заключается в том, что мы еще глубже осознали, какие существуют проблемы и какие необходимо решить. К примеру, Армения поднимает вопрос в связи со статусом и безопасностью. Мы же в первую очередь поднимаем вопрос вывода армянских войск с оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Вокруг этих 4 вопросов мы провели разностороннее обсуждение. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению присоединиться к заявлению в формате 3+2 и поддержать деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская сторона должна присоединиться к усилиям по установлению мира, стабильности и процветания в регионе. Эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки народов двух стран к миру. Руководство Армении должно понимать, что статус-кво неприемлем, неустойчив, и этот процесс не может продолжаться вечно. И вот что интересно, как только забрезжила надежда на успех переговоров, на горизонте появился госсекретарь США Майк Помпео, который тоже предложил провести очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении по Нагорно-Карабахскому урегулированию, но уже в США. Тем самым американцы, возможно, пытаются перехватить инициативу у Москвы, однако говорить о следующей встрече в США пока рано. США претендовали и на первую официальную встречу Алиева и Пашиняна, однако она в итоге состоялась в Вене. Вряд ли у США получится перехватить инициативу у Москвы. Если переговоры начнут пробуксовывать, к переговорному процессу может подключиться лично Владимир Путин. К тому же на днях стало известно, что уже в конце мая на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане состоится встреча Путина и Пашиняна. Возможно, именно там Путин уже в который раз попытается убедить Пашиняна в скорейшем урегулировании самого старейшего конфликта постсоветского периода.